Подожди, найти самое горячее предложение. Нет, 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 на продажу, не проблема. Большая скромная конта. Это вот это вот. Не. Да, квестов нет. Так, а тут можно было же как-то. Подожди, чувак, а у тебя вот внутреннее, короче, тут у тебя все заставлено, да? А, да, я сейчас хотел купить эту. Сейчас скажу. Сейчас он в ангар спускается. Подождите. А, внутреннее, да, все заставлено. А у тебя есть этот комплект движения с планеты последний, нет? Да, есть. А не знаю, он нам нужен как бы, нет? А что это вообще такое, что он дает? Ну я думаю, это на планете садится, нет? Не факт, чувак. Может это какого? Чтоб с планетами нормально забежаться. Вот о чем можно, вместо него можно быть. Для выбора на ячейке на этой станции нет доступного набора. Ага. Нет доступного набора, чтобы сразу что-то ставить. Базовый сканер обнаружения, что такое? А, базовый сканер, ну не знаю. Щит-генератор, груз, стеллаж, уместимость. О, слушай, я могу еще один купить, что ли, стеллаж? Ну я тоже думаю, что может он не все заставил. Вот это или стеллаж, или автостыковщик? Не, у меня два стеллажа. Ну можно вообще, блядь, снять много чего и поставить стеллажи, в этом суть. Сенсоры. Я хочу разобраться, что-то вообще ненужное, что можно выкинуть. Вот легкие сплавы, переработка первая, это что за хуйня такая? Как это понять? Это, по-моему, из чего коробка переборки сделана, переборки написано. Силовая установка, маневровые двигатели, рамочная. Вот смотри, у тебя есть переборки, типа вот топливное хранилище, энергоузел, вот это обязательно. А дальше есть внутреннее отделение. Вот у меня есть 5 внутренних отделений, я так понимаю, или 4. Последнее, если продать. Дальше. Топливный бак. Кстати, можно купить топливный бак покруче. А, не, нельзя. Почему? Предмет уже... А, предмет уже установлен. Не, надо тогда просто найти станцию, где покруче будет продаваться. У меня топливный бак стоит пиздатый, кстати, тоже. 4-4 у меня этих, какого? 4 слота у меня. Вот у меня есть щитогенератор, короче. Это вот считается дополнительное. Кстати, я могу, получается, еще один стеллаж купить. Точнее, модернизировать. У меня стоит два стеллажа, чувак. На этом корабле. А у меня еще какой-то базовый сканер обнаружения. У тебя есть такой? Нет? Да, есть. А зачем он нужен, не знаешь? Нет. А можешь почитать сейчас, где? Так, грузовой стеллаж. Есть вот такой. Базовый, да, вот он. Сканер для исследования пространства. А-а-а. Типа радара, что ли? Наверное. Надо его снимать. Ну, у меня еще один могу поставить. Могу топливозаборник поставить, чтобы заправляться на халяву. Сенсор. А что за сенсоры? Этот комплект базовый сенсор. Распределитель питания, энергоузел. А, у распределитель питания, кстати, вот есть. Нам стоит. Контроллер разысканий. Походу можно копать эти как астероиды. Можно управлять действиями блюдечка, позволяем подвести на астероиды геологические изыскания определенного состава. Типа можно походу этого руду копать, короче, крафтера сделать, майнера. Нужно баг побольше сделать. Трюмный взломщик вообще непонятно, зачем нужен взломщик. Угу. Так, а как ты говоришь, она называется эта хуета, чтобы стыковаться? Сейчас. Это где, в первом она, интересно? Не знаю. Сканер. Нет, сканеры. Стандартный стыковочный, что-то там.
контроллер передачи. Называется стандартный стыковочный за 4500. Стандартный. Можно топливо. Ага, перекрыть. Да, есть такой. Сливать, короче, интересно, можно у других людей сливать? Бля, я вот не знаю. Получается, если я куплю, то у меня только трюм можно один убрать. Да я думаю, сам садись. Чуть больше денег, чем. Стандартный стыковочный. А вот здесь можно перехватчик поставить, типа, на людей ганкать, короче, на охуить. Применяется для вытягивания целей из гиперкрейсерского режима. Чиститель продается, типа, чтобы руду очищать. Я бы тоже хочу попробовать. Чистители. Куплю себе стеллаж еще один, наверное. Нет, теперь у меня 6 куплю. Топ, короче, я себе еще поставил стеллаж. Ладно, полетели, еще купим. Сейчас я попробую этот самый поставить себе, где он. Стандарт стыковочный мод, давайте. Купить. Ну что, покупаю. Все, я поставил. Так. А, кстати, тут же можно было как-то смотреть, помнишь это? В навигации. Карты галактик там можно было покупать за 300 кредитов, по-моему. Чтобы инфу о системе. А зачем тебе инфа? Ну, чтобы посмотреть, где дешевле стоит. Где цены какие. Ну, не знаю, вариант. И быть просто тут галактика гигантская, просто гигантская, необъемная. Мне понравилось, знаешь, какая это самая система Киви, вот это где там был. Там квесты были пиздатые по 10 косарей. Давай сейчас слетаем, посмотрим, что там будет что-то. Гида вот она какая-то. А, вот она, Кини. Вот можно взять, так вот. Тут что такое? Повыси торговые данные. Вот, сколько кредитов всего лишь торговые данные стоят? Поставь маяк на крыло, чувак. Если что, у тебя перехватит, я мог. Все. Модули. Это где поставить-то? Поставить. Торговый ранг 10%, полунищий. Чувак, а где она ставится-то на этот? Это тройка, по-моему, четверка и последние функции. А, вот нашел. Маяк. Возьми там пробка. Все готово. Ладно, полетели, короче, обратно. Сельскохозяйственный. Все, погоди. Куплю себе еще чайку, блять. Так там он сейчас дешевле будет стоить. Посмотрим. Я думаю, у них много чая. От этого, то, что ты у них купил, там, с бомжовской, не особо. А как она называлась станция, эта, то есть система? Вторая с конца. А, на этой же. Малый пролетел. Чё а что там, чай, кофе еще, да, говоришь? Тоже чай, нормально. Кофе потанцуем, блядь. Пиво, водка, полежим. Импорт, экспорт. Так, мы на второй находимся, да? Надо лететь куда? На четвертую? Значит, предпоследнюю. Экспорт. Зерно, животное мясо, топливо. А что они покупают? Мониторы, фауны, биоотходы, аквапан. Какие-то понтовые системы. Для отхода. Давай попробуем. Для отхода. Чего?
Какой еще ковш выпущен? Я не выпускал никого ковша, ты че? Может, ты купил что-нибудь? Какой-то ковш у меня выпущен. А где-то обед хода, 13, о, вообще какой-то стоит. Копейки. Это их можно купить. Какой-то ковш у меня, походу, выпущен, пишет. Может, ты купил реально что-нибудь такое? Да не. А ты летишь уже туда? Куда я лечу, блин? Никуда я не лечу. Ты с ковшом этим учись. Ковш какой-то, блядь, яхуй. А, грузовой ковш у меня выпущен. А какая кнопка? Я же без понятия. А, во, глянь, цени, тут есть средние по галактике торговые данные. Можно тут посмотреть. Галактики выбирать всякие. Экспортировано, ну-ка. А мы в какой галактике, как она называется-то хоть? Система LHS. 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 Как она? Сейчас. Импортирован. Импортирован. LHS. Можно индит. Минералы можно импортировать, чувак. Поставка. 1900 купить. А, я вон может купить. Электротовары. Не покупает. А, продать можно. Ну, цена еще подает. Если все покупать, подает. Продажи. Че? Грузовой ковш хоум, короче. Вот мой, может, чувак как раз это самое нацеплял. Да. Хоум, блядь. Я хоум вообще не дотрагивался. Так, ну что, чек купился. Ну-ху-ху. Ладно. Ладно, давайте я его тоже вылечу. Интересно, он сам вылетит или мне надо будет вылетать? Спроси, чем полегче. И как автопилот включать, я не помню. Ты не знаешь. Сам посмотри на настройки. Наверное, не знал. Надо сейчас будет. Ладно, сейчас полечу. Узнаю. Ёб твою медь! Насквозь я опять вылетел. Так, ну давайте летим. Карта системы. Полетели на фермочку рядом, нашу. Рядом вообще пиздец. Назад. Научиться попадать во время, короче. Нормально вообще ништяк. Стэн, я же выбрал. Кстати, не выбрал. Выпал у тебя. Как нам это? Так просто долететь, короче. Вообще. Что-то непонятно. Поставил этот самый маяк. А, не показывает. Сука, подлаще, да? Вообще. Подставил какой-то. Flight assist on.
Гнезда выпускает. Flight assist on. Flight assist on. Чё? Тормози, блядь, опять не смог, сука, ну почти, с первого раза. Ой, ёпа. Тормозит нихуя. Должен Вася тормозить, да? Чё на неё не послался, не пойму. Галактики. Поставил? Нет, поставил, а чё-то мне не показывает. Щита, блядь, не уважает денег. Давай на другую попробуем поставить. ХЗ. Давайте вот на эту станцию. Просто не нашел. Ставилась, не увидел. Да нет, вон галочка стала. Кстати, наверное, ты не увидел именно глазами. Всегда видно. Там есть такой маленький радарчик. Ну да, да, да. Там показывает. Вот я по нему в центр смотрю, и все равно не видно, что я туда собираюсь лететь. Че они такие либеральные? Надо сделать, чтобы минута была на посадку, блядь. Хардкор! Похоже, нелогично. Надо жопу ловить. Гребаная нелогичность. Тянок нездорово хуета. Ладно, давайте так поставлю. Можешь ко мне лететь. Я там уж. С первого. Где у нас с первого? Frameshift drive charging. Four, three, ой, ёпта, тебе такое появилось, офигеть. Вот не дали какую-то посадку вообще, бичевская. Около входа, блядь. Все на движки. Тебя не уважают. Не уважают твою власть. Неуважаемый человек вообще. Да, скорость у корабля поменьше. У этого. Прыгает он дальше? Ну да, зато дальше прыгает. У тебя там на сколько? На 6, по-моему, с чем-то, а тут на 8, на 9. Повернемся маленько, потом еще назад. Давай быстрее, блядь. В ангар меня! Да, есть. Зашибись. Почему она не сбрасывает скорость, когда надо? Да я вот это хуй попадешь. Супер мастерство, короче. Так, что-то за доски объявлений. Уничтожение вредителей. 77 тысяч, прикинь. Ну это, по-моему, нереал. Хотя вы должны уничтожить Ли Устрада. Сделайте это, и вам хорошо заплатят. 77 тысяч, блядь. 6 световых лет. Целевая система. Вообще, ёк. Где, блядь? Замедление, давай, замедляйся. Ну чё ты, ёпатый? Я ж нажал вниз из... Сквозь должен замедляться. Нет, ты не нажал. Люстра. О, нормально. Нормально. Давай. Где ты, люстра? Давай, замедляйся. Похуй. Похуй, давай.
выходим из гиперпространства. Безопасный выход готов. Так, сейчас буду кнопку искать автопилота. А может тут это самое есть? В этом? Ну-ка. Ой, ебать, это в соседней системе, блин, ничего. Ну? Можно рискнуть, кстати. Че, воевать? У меня корабль. Цели космос, цель иллюстрада какая-то. Иллюстрада цивостей. У меня корабль не военный. Без маневрена ни разу. Может, вдвоем запиздим, получим 77 тысяч, прикинь. Требуется ранг безвредный. Я не знаю, там вряд ли там какой-то крутан будет. Сейчас, погоди. Расчетное прибытие на цель 18:30-19:00. Можешь так, сказать, настройки, управление. Дай найду автопилот. Автоматическое ЧП. Требуется хладнокровный пилот для деликатной миссии по спасению. Украден кейс. Дипломатическая сумка для задания. Целевая система. Летяга. Мубукави. Скорость. О, блядь, ну это далеко, ебать. Ну можно долететь, но это далеко, пиздец. Это, блядь, 5 систем или 6. О, включить, отключить автопилот. А, удерживание. Ах, Саш. Бля, вот будет пиздить того вредителя, блядь. 77 тысяч, блядь. Достаточно на стадии медицинский образца на дистанции. Блядь, чувак, ну тут нет нихуя, короче. Flight assist on. Тут, блядь, две нахуй. Одна вот, которая доставка, она вообще 38 световых лет. Потом есть дипломатическое ЧП, какой-то дипломатическую сумку достать. Там, блядь, короче, 13 световых лет. Через 5 систем лететь. Есть, блядь, уничтожение вредителей вот это, блядь. Это соседние системы. Экран намекает нам. Или мы торгуем, короче, дальше мясом, блядь. Или мы летим пиздец. Такие у нас варианты. Flight assist on. Я пытаюсь пристыковаться, погоди. Я не знаю, насасывать будем тогда, блядь, себе. Flight assist on. У тебя же щит есть, нормально все. Да, есть. Может, вдвоем как-то загасим. О! Автостыковка, чувак! Работает, Вася! Автостыковка в процессе. Ну-ка, как он пристыкуется. Надо подлететь было поближе к станции, замедлиться и нажать на Z. И он типа автостыковку включил. Ну-ка, ой, ебать, он залетает. Продается, короче, тип Heavy. Транспортник, короче, 9 класса, последний самый. Стоит, прикинь, 76 лимонов, короче. Охуеть. Грузоподъемность 220 тонн. Какую мне дали в 44-й площадке? Вон, стыкуется, чувак, вообще ничего не управляю, руки убрал с клавиатуры. Ну он, блядь, место занимает, потому что полезно. Да. Ничего, сколько модулей в этих больших кораблях тогда, да? Ну, наверное, я не думаю, что прям посмотрим. О, ебать, он просто идеально сел. Так, служба космопорта, давай заправлюсь. Я туплю поотрятил-то немножко. Так, доска объявлений. Чё где ты видел? Надежда 77. Уничтожение вредителей. А вот в надежных руках только что появилось. Так, это где она? Цель открыть карту галактики. Иллюстрада. Иллюстрада, да? А где не вижу? Соседи. Там в системе где-то, короче. Координаты цели, он где-то в космосе, короче. Я так понимаю, будет. Ой, блин. Не, я эту систему не вижу. Соседняя система ЛТ
LT-1000-18486. А что тут за плазит? Там какая-то написано. А, цель или стеда. А, да, интересно. Она где-то в космосе там летает, короче, надо найти, уебать. Угу. Ну, ну давай, бери, чё. Слетаем. У нас как бы это, 52 минуты всё, чувак. А есть минут. Штраф, нет? Штрафа нет? Нет штрафа, ну норм такой, если проебём, проебём, короче. Взял? Я взял. Тоже тогда берём. Ну-ка ещё посмотрим, мне взялось. Убить за кредиты, да. Ну все тогда. Главное тут чё, короче, не проебаться вдвоем, наехать. Запуск. Типа если он тебя ебашит, короче, ты там петляешь от него, типа летаешь, блядь, а я ебашу с меня. Если он поворачивает на меня, короче, ты его ебашишь. Угу. Ну да, ты, тебе надо со самогона втащить ему по максималке, потому что у меня тут только один лазер стоит и все. А второй что, нельзя поставить? Можно, но я не стал. Поставь его. Блин, я тут только вылетел. Сейчас, сейчас он тогда. Бля, а уже поздняк, сейчас время проебем. Полетели. Погибнем смертью, брат. Блин, чуть в корабль не въебался. Твой что ли? Знаю. Ты тут на вылете. Я заряжаюсь. Страда, блядь. Я пока еще не вылетел. Чё? Смотри, интересно, время можно посмотреть? А, не, стой. Я ж не выбрал галактику. Так, летим, значит, понимаешь ли, куда? 16, ЛК 16. Фокусироваться на назначенную цель. Сразу прыгает, ебать. Охуел, блядь. Сейчас я выруливаю на прыжок. Все, вырулил. Пошла зарядка. Для прыжка. Я прилетел. Жду тебя. Надо понять, куда дальше дают. 4, 3, 2, 1, engage. Надо впритык подлететь к нему аккуратно, если он палить начнет, и все высадить в него прям сразу. Без два ствола. Оп. Рация одна станция. Тоже федерация. Так, ну и как понять, где он? Без понятия. Так, ну-ка, что нам хватит квест? Убейте за кредиты. Цель, система, Иллюстрада, космос. Леном пати. Иллюстрада, космос. Цель. Наверное, в космосе его надо найти, короче. А, во, я знаю, как найти. А, так. Тинь. Блять, солнце светит в глаза. Вот тут всякие навигационные маяки есть, короче, типа, угу. Неопознанный источник сигнала вот есть какой-то. Зафиксировать пункт назначения. Ну, давай попробуем на него слетать, что ли. Ты нашел? Нет. А где это такое? А, смотри, открываешь единицу, да, и там вправо перемещаешься. Контакты, что ли? Не, именно, а где навигация? Там будет. Навигация. Но есть неисследованно какой-то слабый источник сигнала. Вот, да. Ты слабый хочешь? Да. Я зафиксировал, короче, полетел. Если что, все равно смогу к тебе присоединиться. Да. Если я это нажму, короче, давай. Ты влетай туда, если что, не бойся. Короче, ищем этого пидора.
Летаем по этим хуйням. Вот, мне неопознанный источник сигнала. Сейчас посмотрим, что это за хуило. Ну, я уже могу войти. Вот, внимание, Пеле произошел сброс. Ой. Это он? Я его сканирую. Разыскивается. Можно его завалить, чувак. Сейчас, погоди тогда. На деле на каком. А как ты вошел? А, ты в друзья заходи и на меня жми, и там, короче, присоединиться ко мне, короче. Это, подожди, как эскейп? Или что? Нет, это два. Два. Параметры. Давайте включить их сосед. Бля, я хуй знает, как присоединиться, чувак. Ну на друга нажимаешь там. Ну вот. Крыло, блядь. Включить фиксацию текста. Включить фиксацию ведомого. Ну да. Да? Да. Включил. Все. А дальше ничего. Нет, ничего больше. Вот ты должен долететь до меня, наверное, короче. Ты меня видишь на карте? Да. Войти в меня, наверное. Сейчас, мы что-то к тебе. Пока не шмаляй. Я не шмаляю, питаем. Сейчас. А, вот, вижу. Готово, безопасный вход. Вошел. Ты увидишь? Сейчас, подожди, я вот еще покажу. Да, вижу, он летит. А как зафиксировать цель? Какая кнопка там была? На Г. Так, вижу, да. Ой, а там еще кто-то летает. Да? Это, а ты имеешь в виду это Арина Милона, да, который? Адер, который. Готен Смелтс. Нет, ну то, значит. Ну у меня в этом, короче. В обводке, короче. На Т нажми. У тебя должен показываться. Он. Ты летишь ко мне, нет? Да. Я атакую? Сейчас, погоди. Дай к тебе подлечу. Чувак, он сейчас улетит. Солнце нихуя не видно. А он только летел меня. Все, я на него напал, короче. Mm-hmm. Атакую его. Еще понять, где делать дело. Что-то могу забраться. Че тут разбираться? Че, ты не видишь, что ли? Где я? Да вижу, как повернуться к тебе. Далеко от меня. Че, будешь помогать? Да я еще не могу до тебя долететь. Не понял. Это к тебе вообще лечу, не? Лечу на синенький маячок. Там хуй знает. Зачем мне надо было спешить? Блин, ты никогда не долетишь. Просто-напросто, по-моему, блядь. Что бы я не сделал, все равно бы не было. Cannot comply. Thank you.
Ага. Тебе еще, наверное, дня два лететь, да? Хуй стоит. Да, помощник с тебя пиздец, конечно. Ну, типа, я забраться по сенсезу, как что-то делать. Да ты, по-моему, просто ко мне не вошел. Может быть. Не, ну я же видел, там стоял. Потом куда хуяк и все. Все куда-то ушло. А квест ты не выполнил? Еще другой чувак. А, ну да. Иллюстрада какой-то мне, надо. Мне за него 10 тысяч дали, короче. Да. Ну это как видите, я остался получить за него. Мне надо щитки выбрать. Так, иллюстрада. Как его найти-то? Ну а что, я сейчас влечу на этого чувака, меня опять убьют. Понятно, да. Frameshift drive charging. Включите голосовой покиночку. Вот так. 2, 1, engage. Как я для я ж тебе подсоединялся как-то, я не знаю. Включить фиксацию ведомого. Включить чат, отправить запрос на голосовую связь. Ты в космосе или ты в гиперпруизе? Я в гипер сейчас прыгнул. Вот он ты, блядь. Ты да. Ты не прыгнул, ты ко мне зашел. А-а-а. В гипер ты, не в гипер. Я в гипер прыгал, и он к тебе, походу, полетел. Ты в гиперкруизе летал, блядь. Ты должен был ко мне зайти, короче. Вот. Ты понимаешь, ты как бы находишься как на мировой не, карте. Не, я не в гипере был. Это сейчас я прыгнул типа в гипер. И оно к тебе, походу, портануло. Так я не в гипер. Я понял, но я говорю, я прыгнул в гипер, и она к тебе секанула. Вот, тебе надо просто полететь и войти ко мне. Как бы я создаю типа сервера, короче, а ты летишь, как бы заходишь ко мне. Понятно. Понимаешь, что суть? Все, теперь ты в гипер заходишь. Наели щиты. А что такое? Ну система дальше давай. Так, надо убрать эту хуйню. Зацени мой корабль. Видел? Ну давай я тебя облечу. Стой на месте. А-а-а! Чуть-чуть я не вписался. Ты дергайся. Улетать в маме. Икс нажми просто. Так, надо этого чувака искать. Давайте долго разворачиваться, чё-то пиздец. Я лечу вообще, нет? Да. Перемещайся. Вот он. Проскочил. А, вот, вижу тебя. Сложно понять. Да я тебе говорю. А как найти этого, интересно? Вот не следует навигационному маяку. Правильно, мы всё сделали, короче. Надо в этот гиперкруиз заходить, короче. За чувака получили награду, ты мог тоже получить. Десятку. Frameshift drive charging. Если бы ты помог мне, я бы не потерял 30%. Ready to engage. Ну, блять, я ж не прыгал, ты прыгал вас. Пускуется и вступить в бой. Frameshift drive charging. Что за фигня? Да это хуйня, это правильно заведено. Так, ну я в гипере. Ща войду. Что-то долго он, блядь, что-то делает. Так, теперь надо единицу открыть, посмотреть, какие сигналы есть. Вот, не есть не исследовано. Давай на не исследовано. Где это вообще? Сходи сразу в него, короче, я подойду к тебе. Чтоб, блядь, чтоб по надежде было. Выравниваюсь. Блять. Хуй повернешься. На него немного на. Просто не лети так быстро. Исследовано это как солнце, блять. Да? Да. Сильный источник сигнала есть какой-то, вот он впереди, что это было. А как его исследовать? Килбар какой-то. Не, под солнце потом пусть. Да? Так ну давай тогда чудовое что-нибудь. Сильный источник. Вот есть сильный источник сигнала какой-то.
неопознанный источник сигнала. Нет, именно сильный источник сигнала у меня. У меня есть неопознанный навигационный маяк какой-то. Даже сейчас я. А ты как для тебя навестись? А если как-то. А, да. Ну лети на сильный, я тут плохо лети, чувак. Давай. Если что, я тогда это. Оп, проскочил. За тобой, короче. А, это какой-то келбарк был. Че? Какой-то чувак был, в общем. Как корабль, в общем, был, но не тот, что нам нужен. Вот тут найти, блядь, 70 кредитов. Так. Сильный источник сигнала вижу, кстати. Вот, да. Сейчас тормоз. Навигационный маяк. А как его просканировать? Блять, прилетел его. Навигационный маяк какой-то есть. А вот это что такое? Неопознанный источник сигнала. Что это? Ты кто такой? Я за тобой, кстати, лечу. Сканирование. Реальный флот, корабль. Смертоносный, чист. Нет. Это вот. Кто посмотрел? Блять, че он прилетает-то так? Никс чист. Опасный. Федеральный флот, такие вультуры какой-то. Вайпер МК смертоносный, чист. Слушай, там что-то такое появилось. Не исследовано. Что такое? А кто нам нужен, я же забыл. Нам какой-то Илю как-то там. Где это посмотреть-то? А? Убийство за кредит. Нам нужен Илю. Опа! Надеюсь, же согласна. Вот тебе перехватывают. Да. Цепляйся. Цель сдается. Не понял, кто сдался. Федерация, в этом районе объявлено военное положение. Пилот, вы обязаны пройти сканирование. Меня кто сканирует. Меня перехватили и сканируют сейчас. Но у меня все равно груза нет никакого дальше. Как сканировать-то? Ну покажите этого пидора. А он сзади что ли? Ты меня что ли сканировал? Куда ты ушел? Ну-ка. Я захожу к тебе, кажись. Да, я зашел к тебе. Это вот этот тебе пацан сканируешь? Да, походу. Ну я за тобой. Чего тебе не брать? Ты тебя просканировал уже, все улетел? Да. Все на. Это менты, походу. Че они меня тормознули-то? Кто такой дерзкий такой, блядь? Надо искать дальше. Не исследовано. Навигационный маяк. Не исследовано. Вот это что ли тогда? Frameshift drive charging. Ready to engage. Короче, ищем. Да. Ты тоже летай по этим, по незнакомым, что принял. Понятно, где его искать, конечно. Да, вообще, как в космосе найти быть в этом? Я только тебя вижу. Значит, я лечу на неисследованно. Посмотрим, что это за хрень такая. Просканировать дыром. Кто это такой? О, нашел. Давай. Или Страда. Так, подожди, это а как к нему это самое? Ну, надо на него как-то там. А его перехватывать надо? Не знаю. А где он вообще? Не исследован. Тин-тин, вот. Я его просто просканировал. А, вот он летит, вот он. А как перехватить-то его? Я хуй знаю, чувак. Я прям за ним лечу. Попробуй просто. Я вот потом перехватчик нужен, короче.
Попробуй прям на него лететь, короче. Ну я лечу прям к нему. Во, нашли пидора. Еще не факт, у нас нет перехватчика. Сможем ворваться. Нет? Лети за мной, ты его сразу найдешь. Я лечу, блядь. Что-то не ускоряется, твоя. А как на не, как на него навестись? Там бы надо это, чтобы выбить из гиперкруиза, нужен этот выбивальщик из гиперкруиза. А, во. По-моему, мы не сможем его. Я так и боялся. Могу покупать аппаратуру просто. Иллюстрад, да, вот он и есть. Я его даже не могу это самое. На него навестись, чтобы его не потерять. Ты его не догоняешь? Неа. Я вроде приближаюсь. Бля, куда он делся? Блять, пока залез в эту самую менюшку. Что тебя сам так? Спровоцируй его. Да он улетел еще куда-то, блять. Я его потерял. Он у меня как бы в прицеле, только я не пойму, в какое состояние. Да, ну ты не продумали мы с тобой. А сколько у нас времени осталось? Может, мы еще успеем до станции купить? Перехватчик. Ну, вот я за ним лечу сейчас. Да аналогично. 9 минут. Я его догоняю постепенно. Да? А не, он удаляться предстал. Да, он мне не 800 ставок лет. Игл, блядь, а мы убили, он на игле на обычном. Хуйня на самом деле, просто. Ну и у него скорость побольше, чем у меня по-любому будет. Ну игл быстрый, да? Вроде начал догонять его. Бесконечная погоня. Он летит, сука. А ты можешь реально можешь шмальнуть по нему после тупо? А, ну в гиперпространстве. Так там в гиперкрузе ж нельзя шмальнуть. Нет, нужна эта аппаратура, короче, перехватчик может поставить. Одного, хоть одного был перехватчик, короче, мне покупать. Мне надо было ставить перехватчик, не подумал. Ну буду знать. Попробую в него врезаться, не знаю. Я его почти догнал, 120. Не, а он от меня улетел, короче. Ой, торможу. Мне начинает опять улетать. Может это какого? Не потянул, опять ускорился, сучка. Может мне сгонять, короче, за перехватчиком потом? Ну попробуй. Сейчас. Я его пока буду на мушке держать. Полетай за ним. Оп, ого, и я его обогнал, что-то не тормознул, сука. Так. Я, кстати, перехват-то не умею все равно. Идется учиться. Вот, на ближайшую станцию. Не, ну все-таки нашли его, оказывается. Я думал, это будет печально. Пей заезжает. Ебать, а он шмалял, что ли, по кому-то? Слышь, я ему кто-то щиты уже походу снял. Это... Потому что это самое, он сейчас щиты перезаезжает. Может он попиздился? Может. Блять, если он на меня нападет, пизда не будет. Да вот тупые нас. Может отобьемся. А может его просто менты? Это самое. Шмальнули. Ты с ним рядом? Ну, 600 лет световых. Ну, нормально, я его вижу. Ну, я, короче, в Бродвелл платформу полетел. Давай. Сегменты его выбили, было бы ништяк. Да. Сдать его мусорам! Тут около него кто-то еще летает. Не знаю, сколько там осталось. 16-9. 20 минут, чувак, осталось. Я думаю, ты успеешь. О, замедление, не понял, что замедление. Он сесть хочет где-то. А, нет, я полетаю к какой-то станции. Он к станции какой-то полетел. Блять, тормози! Главное, это пидора из виду не потерять.
надеялся. Иллюстрада, мать её. Всегда с собой, я всегда с собой беру, блять, видеокамеру на. А я поставил ебучий еще дополнительный грузовой. Тут планета типа со Сатурна. С кольцами. И будет корабли, как тебе понять, где он? Маяк-то на другом наведем. Страда что-то пиздит. Читай, что пиздит. Нет. Все, все, блять, он исчез куда-то. Я его потерял. Что-то иллюстрады. Я больше никогда не буду убивать для них. Я всегда хотел лишь помогать людям. Я больше никогда не буду убивать для них. Не пытайся следовать за мной. А это где ты почитал? В чате. А, в чате? А прямо это все этот джок себе, вот ты, у меня есть для тебя, важно. Я больше никогда не буду убивать, блядь. Будешь убивать? Бля, я его потерял. Иди сюда лучше, лазер еще поставь. Давай. А даже если ты умеешь, что это не... Сам ты перехватить не можешь. Да. Перехват покупать. Так, она на какой ты станции? Бродвелл платформ. Угу. И чё? Блин, блин за блином комом. Это первое у вас, мудаки. Так, палец надо на кнопке сразу держать, чтобы лететь, ворваться в систему. Там надо еще типа скорость выдержать. Ну да. Ну я так скорость не снизил. Нормально. Там типа надо дистанцию, скорость. Я так понемногу ее набираю. Кораблики. Как у тебя что ли корабль? А я так понимаю, нам нужно какой-то сканер покупать, чтобы видеть тебя за все, кто в системе сейчас рядом. Пиздатый. Чтобы именно корабли видеть. Ну да. Warning. Опа. Ой, 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 что такое? 10 тысяч я, кстати, получил убийство пацана. Да? Ну ты, наверное, в этой системе убил. Не, вернее, не дали, надо получить. А, ну и у меня тоже висит, у меня даже висит. Сейчас скажу. У меня 16 тысяч, 200 кредитов награда какая-то и 47 кредитов сделка участника крыла. В общем, какие-то кредиты висят. Заправиться и что я хотел, снаряжение. И типа тебе долго будет лететь. Перехватчик поставить. На техобслуживание заехал. Я подлетаю. Безопасный вход. Запорник системы сканер для исследования пространства. Перехват на рамочный смесительный. Вот 12 тысяч точек. На драгу. Нет, для вытяги я целю гиперкрейсерского режима. Решение подрешаю.
Так, так, так. За 12 и за 36. Да и за 900, Так, это один. Давайте выберем состыковочку. Фиксировать цели. Ой, запрос состыковки. Все, решайте мне состыковку. О, прикольно, стыковку запросила, и она сразу сама начала стыковаться. Даже не нажал этот Z. Просто нужно подлетать в станцию, в зону это самое, не огня на станции. Не, заебись, автостыковка меня радует, чувак. Охуенно. Вообще ничего не надо делать. В игру не надо играть в норму, да? Да, да. О, это не ты там стоишь, интересно. Еще такая музыка такая, пиздец, при стыковке. Так, давайте, служба порта. Так, починиться надо еще, заправиться. Так, снаряжение, да? Ну, давайте, покупаем. Так, для начала куплю еще пушку одну. Тут особо выбора нету. Этот отражатель. Противодействие отслеживания. Сбивает наводку устройства на радаре. А, не отражатель. Ракетные противозащиты. Сбивает наводку телепатических орудий. Не, это не надо. А тут можно купить? Короче, выбор небольшой. Ладно, я полетел искать. Давай. А как ты хочешь называется она? А, перехватчик рамочный смеситель, но что-то. А ты где ты ставил? Где внутренние? Да, где внутренние. Там, где эти. Сенсоры. Перехватчик рамочный сместитель. Еще. Так. Базовый скамот он выложил. Давай, блядь. 36 тысяч кредитов стоит, чувак. Да там это, здесь 12 было, я уже купил. Так что не покупай тут. То есть там тебе дорогой только остался. Блядь. Следи лучше за мной. Заправься, починись. Я готов. Тут и стволов нету, кстати. Да че меня выбивает? Че за хуйня вообще? Ну, блин, за ним выхожу, что-то убивает. А ты шасси убрал, все убрал. Вот не зашлась. Да хуй знает. Подцепляй меня. Ship released. Engines engaged. И все, и выбило, блядь. Что за хуйня там? Тут надо питать, нельзя тут дергаться. Ты нажимаешь вправо, все сразу делает. Здесь сколько, блядь, я рот не болтал, там все дано. Пидоры, блядь, мамка не болтаешь. Улетаем нахуй, проклятого места. Landing gear retracted. Frameshift drive charging. Какой-то глюк, блядь. 4, 3, 2, 1, engage. Так, я за тобой прыгнул. Я меня выбил уже, блядь.
Ты понимаешь, я, блядь, короче, респаунюсь в этом и сразу, короче, на станцию автоматически. Yeah. Так, сделано. Ну я в гиперпространстве. Хотеть не улететь не могу, нахуй, я, блядь. Ебать, вот от этого корабля сквозь вообще никак вкусно. Кто мне из души на выбор, но мне портается. Место добычи, точка, место добычи ресурсов. Нихуя себе, что за место добычи ресурсов. Как убрать? Просто по-моему не нажать. Не нажимаю. Я нормально вылетел. Тебе как найти этого пидора опять? Кто бы сказал. Солнце. Надо сканировать чуваков. Выбирать, короче, так летать к ним, чувак. Сканировать. Федеральный агент чист. Культура какая-то. Diamond Scout. Back. Чист. Специалист. Федеральный флотский корабль. Сканирование. Игл. Элита. Ага, тоже вижу. Чист. Корабль. Мастер. Культура какая-то летает. Специалист чист. Два в крыле, ебать. Ага, тоже нашел такого. Квайт безвредный какой-то. Транспорт тип 6. Точно наш сайт. Вайндер. Дальний космос. Надо на солнце лететь. Опять солнце. АСП скаут, бать, есть. Можно напасть, кстати. Да? Разыскивать дальний космос. Не хочешь попробовать? Ну да давай. Еще. Ты лазер не поставил? Не, а там не было. Еще бы я узнал, как перехватывать. Я только тормознул. Я вижу, он прилетишь. Специалист. На АСП скаута прилетишь, да? Ага, я воспитываю. Ну я типа за тобой. Тебе кнопку узнать, как нахуй сюда это. Перехватывать, блин. А может смотри, там типа один. И типа контакты. Нихуя чего. Надо смотреть кнопку, перехватывайте самой. Вот тут в контактах куча всяких пидорасов. А, настройки. Управление, блядь. Так сложно, пиздец. Дальше не говори. Сынка. Зачем так усложнять все это? Смещение влево. Оп.
я тебя перелетел. Пилот, я. Назад. Форсаж выкал смеситель, рамочный смесительный двигатель. Пилот, удержание, сброс стандартным настройкам, форсаж. Это... Еще цель. Самоопасная цель. Самоопасная цель. Б. Какая? А, Б. Бля, все на колесо. Выбрать следующую цель. Фиксация ведомого минус, следующая система цели ведомого. А да, новичок. Сканирование. Разыскивается. Ой, еще какой-то адр разыскивается. Как его выкурить-то? Никак, если он в гиперпространстве летит. Вот это и хуёво. Выпустить гнезда при стрельбе, тихий ход, режим кнопки. Проверенные огни. Необходимо сканирование. Игл, необходимо сканирование. О, можно выбрать. Что-то непонятно, да?